Некоторые статьи невозможно читать, ну, без смеха. Вот в чем причина. Муниципалитет города Гааги хочет добиться временного исключения из санкций ЕС против России. А все почему? Да потому что конкурсы на поставки газа были проведены в июне и июле. Однако потенциальных поставщиков найти им так и не удалось. И они, бедненькие, остались без газа. И вот они пытаются, значит, добиться временных изменений, исключения из санкций, чтобы запастись российским газом. У них нет газа. Они, значит, запасутся газом, а потом применят опять санкции против России. А вот наши российские вот не должны давать им газа. Пусть без газа сидят. Посмотрим, как они будут. Черти иностранные. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом. Кто хочет помочь каналу, под роликом есть расчетный счет. Кто сколько может, тот пусть и присылает. Вы в магазин идете, продукты покупаете, платите деньги. Вы идете в кинотеатр, смотрите какой-то фильм, платите деньги за билеты. Вы покупаете газету, вы за нее платите деньги. Монетизацию YouTube отключил, это тоже своего рода санкции. Так что, кто хочет, помогите пенсионеру.